Константин, как меняется Пласт-форум и как меняются участники? И чем они отличаются? Ну, наверное, там специально мы не проводим, естественно, такую аналитику, да, там сравнительные какие-то таблицы, да, но, естественно, по нашим ощущениям, да, видим, опять же, ну, разницу, да, может быть, в менталитете, да, и, в этот раз, да, участников форума. Но, наверное, мы видим, опять же, разницу по странам, опять же, кто на каком уровне сейчас находится, да, опять же, мы видим соревнования между такими странами, как Узбекистан, Казахстан, опять же, сейчас вот наш первый Пласт-форум в Кыргызстане, мы видим колоссальный интерес к нашей тематике, колоссальный интерес к цифровизации. Понятно, что, ну, мы видим отличия между странами. Да, опять же, может быть, здесь нет таких вообще ресурсов, да, вот, природных. Да, здесь есть 96% страны – это горы, соответственно, и население. Поэтому население нужно вовлекать в процесс, ими надо заниматься, его надо обучать. И, в общем, мы, конечно, будем способствовать, да, как раз развитию, да, именно цифровизации, вывод этого процесса на более высокий уровень с помощью нашего Пласт-форума. Ну вот у нас до ужина остается всего ничего. Получается, основные сессии уже подошли к концу. Что скажете, как сегодня прошел форум, на ваш взгляд? Ну, надеюсь, мне не надо будет говорить, что характеризуйте наш форум одним словом. Да, но, наверное, у вас есть много слов. Да, сразу. Я хочу сказать, что, ну, форум прошел насыщенно. Да, опять же, то, что мы планировали, что у нас будет подано заявок порядка 800, скажем так, этих заявок, а в итоге мы получили более 1100 заявок на участие. На форум действительно нам потребовалось всего лишь 2 месяца на подготовку. Ну, я вижу, опять же, и за счет этого действительно большой интерес. И вот показала первая сессия, когда не было мест свободных в зале, что повестка интересная. Банки интересуются инновационными решениями, технологиями, хотят запускать продукты. Да, но я думаю, что участники должны в других своих интервью, да, были рассказать и поделиться, скажем так, ощущениями от форума. Ну что пожелаете Кыргызстану вот на пути к современному цифровому обществу? Стабильности, также продолжать быть креативными, да, участвовать в наших Пласт-форумах. Ну, я уверен, что у страны есть богатое будущее, очень хорошее положение вообще такое географическое, это такой хаб между серьезными игроками, да, вот на вообще и между Россией, между Китаем и другими, соответственно, странами. Так что я уверен, что есть возможности, надо их использовать и не упустить свой шанс.